Всем привет, с вами Атом, добро пожаловать в Hearts of Iron 4. Я думаю, каждый из вас знает художника-властителя Германии, Адика, собственно. И в этом прохождении мы полностью будем играть на танках Первой мировой войны. Ну и также перед началом ролика хочу порекомендовать вам подписаться на наш канал, не забыть оценить ролик, ну и оставляем свои комментарии. Всем приятного просмотра. Наше командование Германии разочаровалось в танках новых. Признаны были старые, но все-таки лучше. Поэтому Германия будет готовиться к предстоящей войне, потому что она в любом случае будет на танках Первой мировой. Двигать фронт мы будем только ими. И сразу после ремилитаризации Рейнской области Адик начал готовиться к воссоединению немцев, а именно аншлюзу Австрии. Ну и сразу хочу сказать, играем мы также с модом на бесплатные шаблоны, но при этом почему-то еще в этом моде переделана прокачка, собственно, самолетов, танков, поэтому они у нас будут максимально прокачанные, поэтому как-то учтите тоже это. То есть опыт мы просто на них почти не тратим, там минимальные копейки тратятся. В общем, объединились мы с Австрией, ну и уже через какое-то время настала гражданская война в Испании. Мы, собственно, посылаем туда максимальное наше количество дивизий и будем всех порабощать, уничтожать. Танки Первой мировой уже в производстве, нам надо избавиться от новых танков, они просто нам не нужны, надо полностью исключить их из нашего состава. Ну и наши новоприбывшие дивизии в Испанию сразу же побежали на фронт, и будем помогать Франциско победить в этой гражданской войне, все-таки один будущий союзник нам не помешает. Уже в августе 37-го Япония нападает на Китай. Ну, собственно, мы посылаем туда наши атташе, поможем им, чем сможем. Но без добровольцев, пожалуй, они обойдут. Советника достаточно. Ну и для помощи наших великих танков Первой мировой мы, собственно, начали разработку наших новых истребителей и штурмовых самолетов. Но уже в апреле 38-го года было заключено Мюнхенское соглашение.
проходить. В апреле 40-го года, почти одновременно с нападением СССР на Финляндию, мы нападаем на Югославию. Покрасить эту страну нам не представляет никакого сложности. Просто едем вперед, наши танки просто размалывают все на своем пути. Ну и Румыния, к сожалению, решила все-таки ступиться за Югославию, и нам придется с ними тоже поквитаться. К этому моменту у нас уже была и Болгария в нашем альянсе, и она, собственно, помогает нам сдерживать и румына, и Югослава. В мае 40-го года нами был издан указ о создании Рейхкомиссариата Нидерланды и Бельгии с частичкой Северной Франции. Манштейн также послал своего представителя в Северную Африку, все-таки итальянцы начали немножко сдавать позиции под Тобруком, ну и мы выдвигаемся и уничтожаем англичан, как только возможно. Правда, единственное, наши супер танки очень теряются в пустынях, все-таки пустыни для них очень серьезная угроза. В июле мы уже напали на Грецию, захватить и не представлять ничего сложного. В Африке успехи у нас начинаются серьезные. Мы уже движемся к Эль-Аламейну. В августе мы прибыли под Александрию, ну и в общем-то Африка практически выиграна. Войск вражеских там не осталось, ну и было принято решение все-таки покинуть эту зону конфликта. Ну и потихоньку готовиться к походу на восточного нашего соседа. Но также по мере подготовки к этому походу мы готовили план «Морской лев». Он должен свершиться быстро и болезненно для Великобритании. Уже в середине сентября наши дивизии под руководством нашего великого генерала Манштейна уже высаживаются под Лондоном, ну и капитуляция Британии уже близится. Все-таки с нашими танками им делать просто нечего. Ну, спустя всего лишь полмесяца Британия капитулировала, а вместе с ней капитулировал весь альянс союзников. По итогу этой конференции мы присоединили себе захваченные территории в Европе. Британия, Индия, Британская Малая. Все это под нашим контролем. Единственная страна, с которой мы все-таки еще воюем, это оказалась Индонезия. Она откололась от альянса союзников, ну и в итоге наши союзники должны с ними разобраться. Мы доверили им полностью все это дело, ну а мы готовимся к походу на восточного нашего соседа. 18 июня 41 года наши войска переступают границу с Советским Союзом, ну и наши 74 дивизии под руководством Манштейна перешли в наступление по всему фронту. Также авиация, что штурмовая, что истребительная, окажет нам огромную поддержку с воздуха. Эту войну мы полностью доверили нашему товарищу Манштейну, поэтому по его планам просто широкомасштабное наступление по всему фронту должно было рано или поздно сломить Советский Союз, что мы и делаем. We'll be right back.
Ну и в апреле 42 года, меньше чем через год, Советский Союз пал. В этом нам помогло наше сформированное коллаборационное правительство. И Манштейн доказал то, что танки Первой мировой войны были лучшими в свое время, но и до сих пор актуальны. Поэтому нам никто не представлял угрозы, и мы, собственно, смогли сделать то, что сделали. Посреди войны с Советским Союзом мы производили больше 200 танков в день. Это было просто колоссальное количество. Ну, в общем, это количество танков нам и позволило выигрывать. Все-таки посреди войны было больше, чем минус 10 тысяч танков. И даже посреди войны мы смогли перебороть этот минус, переломить войну. Российская империя стала под нами. В общем-то, надеюсь, вам понравилось это прохождение, монтажик. Любите танки Первой мировой. А на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.